тебя нету, тебя потеряли. Что ты больше все не снимаешься, что ли? Я говорю, немножко занят был. Много покешнул. Заливаю бесполезно, было, ну идет, и все тебе. Серьезно? Ты что? Да, что ты? Да, ты, блядь, опохмелился? Опохмелился? Да, дай ему похмелиться, ты что делаешь? Ты, блядь, опохмелился? Светка, давай на стол накрывай. 12.54. 12, ты крутишь что? Ты 11 делаешь. Ну, руки еще не работают. Не рабочие, не состояние в рабочем. Прошу на 11. Пошу стрелку на 11. Не, у меня сестра смотрит. Я если не могу, нет, она мне сразу. Вова! Я вообще нормально нахуй. Ты скажи, что ты на лошадях-то какал нет хоть там? Да они, не объездили, как я нахуй? А что, объездил бы, блядь, ребят? Был бы контент, да? Бульдог скачет если на лошади, блядь. Если объездил, они бы цыганом, знали бы нахуй эти лошади, нахуй, вообще бы нахуй. А похуй, ты спереди заскакивает, и все, они не лежат. Да какой там, я не знаю, куда там заскакивают, они скачут. Если на седле, то ладно, еще можно. Там, а, вон, а то, на это, по этим часам. Нет. А что за загривок я схватил? Зачем? Она глупом говорит, бульдог, скачет, и что я могу? Слышишь, не... бульдог, за член лошади схватил, она и ты прыгаешь все нахуй. И все. Лошади боятся, когда я... А если не член? А если не член? Ну, там уже, блядь, разберется бульдог или он же. Ку-ку член. Лошадиный какой. Бульдог, блядь, будет в лошадях разбираться. Сетка, что ты делаешь там? Не, Андрюха, ну-ка давай, идите-ка сюда все. Да. Свет, иди сюда. На карты скажи нахуй. Давай, 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 иди, иди, иди. Иди, иди сюда. Иди сюда. На карты, блядь. Иди сюда. Заробай ее нахуй. А то... Ладно, я тебя сигареткой не затрону. На, возьми. Только письки затрону, говорит. Иди сюда. А, блядь, брыжа, видишь, оркестр нахуй вот создал, так. Блядь. Дед, вот так. Сейчас вот. Я, блядь, так. Дед, дед, потом соску зуба возьмешь, как у меня сеструха говорит. О, блядь. Вот так. А я вот так. Да. И вот так, подписчики, бульдог, мы все живем. Посмотри. Пальчик вверху. У всех глаза больше, чем у меня. Вот так. Опа. Мы газуем нам пофигу все. Бульдог. Счастливый, блядь. Ну, бульдог, красавчик. Опа, все, рыжий. Рыжий начинается. Действие, блядь. Дед ревнует, нахуй. Рыжий целует, дед ревнует. Дед никогда не будет ревновать. Не в тех кровях воспитанный. А что, вдруг он взревнует, блядь? Все, что угодно, только не это. А что, бульдог, бульдог какой-то, блядь, не такой нахуй стал? Давай, Светка, бульдогу на плечи садись. На плечи бульдогу. Да не, не на плечи. Вот, на лицо. Привык, да, на лошадях. Давай, бульдог сегодня лошадь. Светка, садись ему на лицо. И за хуй, да. Давай, садись на лицо ему, на лицо. Давай. Давай, садись. Во. О, бля, ну никак. Гасконец нахуй. Давай. Не, вот так. Вот так. Не, одной рукой вот так, одной вот так. Иго-го, 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 иго-го. Мы поехали. Все, молодец, бля. О, бульдог. Давай на коленка, на коленка сетку возьми, бля. Пока. А когда не бульдог потерял-то? Подкову ты? Наверное. Снял, наверное, подкову бульдог. Прискакал. Бульдог, а я притащил. Пока на дороже стоит, чем металл-то нахуй. Им. Когда они жили. Свет, да? Что да. В этом доме самое главное в доме? Что такое? Подкова? Смех и веселье всегда в доме. Смех и веселье. А бульдог, бульдог ревнует. А хозяйка? Бульдог ревнует. Смех и веселье в доме. А поесть приготовят, постирать, Это все бытовое, это все. Не канает. Какой-то... А ебать, то, что бульдог. Смех. Бульдог. И веселье в доме всегда должно быть. Бульдог. А, только вам, мужикам, все так, как мне сестра говорит. Вам все. Стол, стол. И на стол мы откроем. Ага. Все. Ой, не могу. А я еще не буду там. Салат, это все. На столе там вообще все нормально будет. А утром встаешь и не помнишь нихуя. А ничего не есть такого. А там соседка сидит у тебя, да? Соседка сидит. И бухает. Рыжий бутылка держит. Давай, дедушка, пей немножко. Все, покрылся, лучше стало. Ты в такое положение попал, а я попал. Стою утром, с этой с уголка, с мягкого, стою, с бадага, понять нихуя ничего не могу. Они сидят, ля-ля-то-поля, соседка, сеструха. Водочку попивают. Спать не любите, да? Я не понял. Я говорю, вы что, охуели? А у них на 7 бутылка водки, 5 озер, блядь. Я, ну-ка... Быстро, девчонки, мне тоже. Вова, ты вчера свой выпил. Я говорю, давай, давай, блядь. Бульдог, блядь, я смотрю. Сука, по сути, блядь. Вова,
вот тебе деньги, пиздуй в магазин. Я говорю, я не могу, нихуя ничего не знаю, давай вперед. Пришлось идти. Сходил? Конечно, куда деваешься-то, нахуй? Они там меня сгрызут, нахуй, заживо. Ну, не так, что это, ну, словесно, загрызут. Ладно, нормально, что. Ну, конечно, ты-то в такую дебри не попадал. А как он? Я еще запахлю, похрючий был. Там хрюкать даже бесполезно. А он как лошадь сейчас разговаривает, да. Нахватался. Цыганская лошадь. Саня, здорово. Саня, держи. Нормально. Тише, люди, ради бога, тише. Голуби целуются на крышах. А вот она сама любовь воркует. Опа, голубочку. А я хочу, опять по крышам бегать, голубей гонять. Дразнить на пташку держать. А что голуби не держить? Где бы сейчас ночуешь? В лесу? А где там жить? В лесу живешь? Ну, там в лесу лучше, чем ты, дома. Киса, ты и Танька. Да, ну там. Я, как бы тебе сказать, Да не реви, нахуй. Да я не реву. Да не реви. Все, вырвался хоть от цыганского плена, нахуй. Цыганского. Я там такую пленку принес. Такая большая пленка. А да где? Да где не надо, не бери, говорит, ну, эту пленку, ну, нафиг она нужна. Кто, цыган, я говорю, если дочь, пойдет, то что ты будешь делать? Да я понял, что ты делаешь. Ну, я говорю, пойдет дочь, и что ты будешь делать, будешь там? На лошадях? Мы искупались. Ну, там лошадей-то нету. А что, блядь? Самое хуже. И куда, что нам? Иди, бульдог, тоже хоть закуси, хоть холодец. А? Иди закуси. Давай. Все, и пленки нахуй. Я там пленка. Вот видишь. Ну, там пленка. Ну, рыжего все заебись, нахуй. Да, рыжий? Ну, нормально. Сестра следит за мной. Блин, смотрите, рыжий, блядь. В лес не попал. Волосы даже у него пышные стали, блядь, шевелюра, нахуй. Я вчера в бане был. Блядь, а у бульдога грязная голова, нахуй. Тазики помылся. Пчелку-то хоть расчеши, блядь. Навок пчелку-то расчеши. Боже, вот она уже. Давай, тебе кто-то криво постриг-то? Ты давай косичку. Если у человека конкретно криво постриг. Заведи не хочет. Да постриги, да все и сам, блядь. Да давай ножницы. Ножницы. Ножом он, нахуй. Серьезно, парень. С антеннами. Я нахуй. Бульдог, а что ты на самом деле косу не отрастишь, блядь? Как сейчас стильно так с косой ходить. Кстати, эти вот, у них усики, нахуй, вот эти. Стричься. На бане уже. Раньше, ну, у нас, сейчас у них, может быть, сменилось что-то. С усиками. А здесь это вообще, он меня это, напугался, убежал, я его знать не знаю, вообще первый раз вижу, а он идет, так, он, сеструха тоже переживает, как девушка там, я так раз смотрю, кисть-то говорю, что-то это сама, блин, и байбом что-то, а он, там ты не отвечишь вообще, он пока мне лицом не повернулся, нахуй, не показал, что лицо. Я думал там, а он так. Я говорю, да не переживай за него, нормально. Как это, плавно там, как лебединое озеро. Нихуя лебединое озеро. Я вообще. И потом, он там меня смотрит, я на него смотрю. Он на меня. Киса там задача. На меня смотрит. Я на него смотрю. Ну, короче, смотрю. Устал? Устал? Да на стол, двигайте сюда, все, блядь, чтобы делать. Не надо, что? Не, пусть. А что молоко не пьешь? Она это, как вот у тебя такая же. Все, напугал просто, он убежал от тебя. А он идет. Ну, на самом деле, ты его не видел. Ну, я не говорю, что он там какой-то там или еще что-то. Ну, просто у него такая походка. Хозяйственная такая. Я так смотрю, иду, киса-то здесь стояла, я его даже не заметил. Бах, нахуй, блин, уебался, нахуй. А здесь этот идет. И он от меня побежал, я шаг делаю. Миша говорит, что ты такое сказал? Все хочешь узнать, блядь, потом еще, думаю, расспрашиваешься. Еще бегу. Ну, что? И побежал ты? Да, ну, догнал его, нет? Да, он че, напугал, блядь? Он или напугался меня, или что я? Так он, видно, я, скажем, натурал, блядь, такой, блядь. Так нет, на самом деле там, вон, вон там, вон, видел, вон. А вон повешай куда-нибудь. Там такая походка. Как лебединое озеро, да? Девушку или... Можно с вами познакомиться. Что там, блядь? Одни, вот на расстоянии там. Сделали с Васькой. Он только на меня смотрит.
Там, короче, идет строительство. Я из этого города не бываю этого. А там мне не летишь вообще. Так, молоко с водкой ты обосрешься, бля? Нет? Я говорю, нормально? Когда пойдешь, подожди, давай дома немножко все сделаешь, а потом она же не держит меня ничего, и похуй. Можешь? Единственное, что она, ну, ее слова. Молодец. С детства, говорит, пью и молоко забиваю. Молодец. Я говорю, все, понял. Ребята, видите, у все-таки глаза еще больше, чем у меня. Хуй, да? Буду, то, нет, меня называть Кучегал. Вот последний все-таки глаза. Я не видел. А что видел? Осталась соседкой жить? Не видел тебя. Жив соседкой? Я там... Ну так, вижу, ну, ребят. А хуй? Не там. Да, вот, вчера есть. Там, вчера там. Ну, давай, потом, я, наливай, хоть выпить. Потом я его увижу. Она говорит, я сниматься вот, не буду. Ну, короче, ну, на камеру. Глаза так видно, как будто под чем. Я на камеру, говорит, сниматься. Глаза большие, больше, чем у меня, даже, видите, ребят. Нормально. Ну, Вовке, дай чилим, чтобы он запизделся ему. Василий, батькович сейчас вообще хорошо. Дед занимался, послушай, Никит заебал. Я с ними эти истории. Подруга в ухо подсел, лежит по беседе. Да, нормально, что? Мы с ним прожили сколько? Светка приехала. Два месяца. Нет, два месяца даже не пахнет. С бульдогом-то дольше прожил. Ты с бульдогом-то больше? Намного. Бульдогом-то раньше какой, блядь? Аллилуйя, аллилуйя. Стихи писал. Это аллилуйя. А рыжий снял? Больше всех знаешь, с кем я прожил? С Виталий. Носиком, да? А, видели мы его? А, кого? Вы Виталь... его не можете видеть. Какого? Да ты же, его нету уже его. С Накин. С хомяком. Вот, его нету уже? Я знаю. Он сдох на помойке. Вот с кем мы, вот, помнишь? А перевал с ним, перевал. Отсюда? С ним я больше всех прожил. Мы перевал на Моисей? Помойке загнулся. Да. Тоже загнулся, да. А у нас видел? Что дело нахуй? Видел себе? Кострому нахуй. Это сразу завалил нахуй, Женин. Кострому завалил нахуй. Нас выпустим. Нас мы с ним. Три дня нахуй. Туда. Мы трое суток. Слышь, там, мы, там, мы на шестом деле там спали нахуй. У нас где туда. Вот на коридоре. Мы с ним. У нас сюда. А похмелься. А мы пока водку. Мы его не найдем нахуй. Они же мне. Не выйдете, нахуй. Они же мне водку отдали. Я же без водки туда не ушел. Я забрал ее. Мы вышли за Нарсу. Мы с ним накатили. Я говорю, пошли, Олег. Говорю, со мной. Сейчас Памира. Вот, да. Памира, говорю, сейчас пройдем. Памира пройдем. И нормально будет. Нет, его уже на 60-ку потащил, эти двухэтажки. Не знаю, кто там, что там за хуйня живет. Туда его потащил. А мы когда разговаривали с ним, ну, на балкон, когда они меня запретили, я тут балкон уже. Ну, чинарики там у них все собрал. Все а там, цыгана забрали. Цыгана же искали все. Цыгана, Коля нахуй, они. А его там нашли, через два года нахуй факт нашли. То, что? Там труп нахуй в огороде нахуй нашли. Ты не куришь? Все, а их труп нахуй. Молодец. У них отпечатки нахуй взяли, нахуй забрали. Я тут уже всю нахуй информацию, он говорит, вот здесь уже все. Мне даже и говорить ничего не надо. Да ты, бульдог, вообще молодец, что, все знаешь. Чего? Меня курить тетю. Ты вон. Да какую ты возьмешь? Кого возьму? У тебя что? Подай ему. Ничего я тебе не возьму. Подай ему. Он просто срать ему, спина болит, он через труды. Вон, Светка вон. Да что вы? Да, с нас, вон. Всего дай ему прикурить. Прикури ему сюда. Нет. А прикурите ему, а? Дед. На вечер, что ли, покурить? Да. Да дам тебе, что ты волнуешься, дед, блядь. Ёпта, не переживай, все будет у тебя хорошо, я же сказал, что ты. Сеська, ну-ка, целуй Вовку, блядь. Щёчку, нахуй. Щёчку-то хоть, блядь. Щёчку не уделай. Он не мне. А, ну тогда в губы, нахуй. Стал, блядь. А с дедом-то не битым целовал, а ты вон как, блядь. Чего не помнишь, блядь? Я тебе покажу видео-то. Показать видео-то? Не помню. Не помнишь? Я тебе могу... Хочешь напомню? Не мое! Не мое, говори. А, сейчас покажу ей фотки там, блядь. Дам фотки есть, блядь, даже как там... Ну, блядь, даже Мишка... Что, в старом? Сейчас. Покажу, где вы там, блядь, целовались она. Дед еще за титьку щупал, аж, блядь, прямо ее нахуй. Смотри. Кто это, блядь? Кто это? Кто это, блядь, дед он с голым там шрамом? А, дед, блядь, я шрамом улегся нахуй. А? Кто, блядь? Сила уже. Это не я. Я говорю, нормально, говорю, сила. Смотри, а, че, блядь, не ты?
Это мы чужие. Давай, Бульдог, сейчас твоя очередь целоваться. Все-таки ты не целовался. Не целовался. А у вас было, все-таки у вас было что-нибудь с Бульдогом вообще? Нет, чего я не... Только с Рыжим? Чего? Это не Ругана. Это мой друган. Его жена? Да это его девушка. Я как буду с девушкой? Давай выпей тогда. Успокойся. Что несет, да? Паха, я вообще... я не. Наливай, говорит. Все-таки, наливай, говорит, нахуй. Вот там где-нибудь, может, на улице там выйти. Так ты на улице, блядь. Я ее послушал. Ты куда телевизор делал? Продала, что ли, телевизор? Где? Вот он. А, спрятали его? Я затащил его, помнишь? А это другому. Да. Я никогда... Не, ни в коем случае. Давай его дедушка, дайте дедушке убить тоже. А соседи надо подключить розеточку одну, да? Я выпью. Дайте мне прикурить, вот и все. Вон спички лежат. Нам тоже есть. Сейчас молочко на клапан прорвет нахуй, дристанет нахуй. Мишка, не ходи сзади, только прострелит нахуй. Обои закидает нахуй. Молока не прокидает. Ну а хуй знает, может он... Нет. Нет? Нормально. Бери, забивай тоже тогда. Как сорвет сейчас, не забывайте. Пробку у нее, да. Ты это, бульдог, придерживай там ее, ладошкой. Сзади. Памперс. Бабай будет меня эту самую ревновать, но... Какой бабай? А там по-другому бабай. Тебя же бабаем дед называют, ты что это? Бабаем? Деда. Дед. Погонял он дед. А бабай кто такой? Тайная кликуха бабай. Разъебай. Как был дедом, так я. По жизни будет дед. Да, так что не называй его бабаем. Ты что, Будулай, блядь? Толян, блядь. Будулай, блядь. Ты чё, блядь? Сидишь, что ли, блядь? Цыганских кровей, блядь. Сука, слушайте только слегка. Бульдог, Бульдог, дайте выпить, блядь. Он стесняется. Побежал, аж подкову потерял, да? Ну, подкову отстегнул. Цыган, пульминатор, блядь. Майонез бери. Дед, никогда не что-то будет его на стол. Вот, на пол. У подковки другой металл же, да? Вот, привычка. Меч. Сколько бункер ругался на тебя? Да нет. Не ставь. Он мягкая. Нет. Потрогай их. Пока не выкинешь. Давай, блядь, молока пивни, блюд. Все, я задумал ебнуть подкову. Сек, давай майонез открывай хоть. А что у тебя, моча что ли? Чай? Надежа. Что это, соус? С возвращением тебя, блудный сын. А, уксус? Ты не хочешь? А что, отравитесь нахуй? А, холодец с уксусом? Ну, вообще у нас уложение нахуй. Холодец с уксусом? Ничего, нормально. Ну так вот, блядь. Ты, блядь, хули ты, блядь, не разбираешься нихуя, блядь. Я что? Блядь, бульдог там, блядь, Будулай нахуй, он все разбирается нахуй. Холодец с уксусом. Всем будет хорошо. Все, короче, дед будет с Рыжим сейчас здесь останется. Светку выгонят нахуй, будет жить вдвоем. Пусть едет домой. А? Пусть едет домой. Нет, он что, переночу и потом уедет. Нет. Бульдог с ними нахуй, троем нахуй. Нет. Он сейчас, бульдог-то у нас кастрированный, хули. Кастрированный? А ему я затянули. Да, цыгане. Обрезание нахуй, обрезание мусульмане. Где там писька-то хоть в порядке? Она будет бинта намотать туда скотчем. Бульдог надо. Сыга рыжий поскудили. Там на поле-то нахуй. С конями-то, вообще там... Что, коней трахал, что там? Если б конь имел меня, это был бы номер, да? Если б конь имел тебя, это бы, наверное, помер, блядь. Ребята, лайфхак от Светки. Как холодец есть с уксусом? Майонез достанете, что-то? Вот, бахеров не было. Такой момент был. Какой, блядь? Че? Тайка нагнулась, ты увидел что-то, что ли? Кого? Ну ты сам понимаешь. Да понял я тебя все. Ну все, объяснение не нужно. Сетка, хоть одна я кушаю. Да. Конечно. Давайте, видите, кушайте, холодец. А что они? Эти, вот эти, как их, государство, ну, там Путин или кто у нас? Ну, губернатор. Горбачев, нахуй, губернатор. Губернатор, президент. Губернатор, Горбачев, нахуй. Президент. Ну и что? Ну что, там они же запускают. Вот, допустим, для тебя, чтобы не было, они ракету тоже запускали. Ты где, блядь, у цыгане было или где, блядь? Или в правительстве, наверное. Они там, нет, там они ракеты запускали туда, и все, и дождь прекращался. Да?
Да, я как. Ты охуел? Ты откуда знаешь? Ты кто здесь сказал опять? Цыгане? Ракета, ракеты туда запускали, и погода менялась. А ты скажи, как блядь, Иисус-то спускался по лесенке-то? А, Иисуса Христоса? Да. А вот знаешь, как получилось? Он, короче, идет, а там были, знаешь, кто это, евреи были, по-моему. Ничего не говорит. Ну, и он, короче, этот крест, они крест на него каменный положили. Ну, каменный крест. Да, и он с этим крестом идет, они сзади его пинают, там все, бьют, он идет весь в крови, он не может, идет. Потом Мишка, гора. Мишку под шумок поцелуй его. Гора. Вот и гора. И вот он подходит к этому. И этот крест вот с собой. Большой каменный крест. Вот этот крест поднимает туда, на эту гору. Поднимает. И, короче, его там прибивают на эти крест. На крест прибивают. Он вот так висит. А потом время какое-то пришло, это прошло. И короче, получается как? То, что это башка вот так, небо светит, свет такой яркий. И вот эти ступени. Ну это там по книгам, хотя оно не было, я не знаю точно. Я не видел это. И это, короче. А Вов Крыжи ты был тогда? Да, это подожди. Это, короче, получается, свет такой загорается в небе. Я говорю, здесь ступени. Я говорю, пошел, попьем его нахуй. Но. И он по ступени спускается. Я говорю, да, давай, вперед. В белом таком во всем. В белом спускается. О, я лобзик нашел. И эти смотрят, ну, как евреи, не евреи, кто. Пивочки. И вот так. Глава шестая, стих третий, от бульдога. И вот так, на колени падают. Вот так. И все, и начинают молиться. Вот так. Это был мусульман. И смотрят на коврик вот только под, нужен под этим, под коленом. Здесь ковер. Пиздец. Батюшка, бульдог, встаньте. Батюшка, бульдог, встаньте. Встаньте, батюшка. Он спускается, и они все на колени пали впереди. И вот от этого и прыгает Иисус. Ну, и так хотя, люди появились. Я не видел, никто этого не видел. Ну хотя бы это самое, я не знаю. Там, я не знаю, как это все на самом деле. Все, потому что я не могу знать, правда это, неправда, это вот так вот. Че? Вася, ты что, уксуса нахуярила, блядь? Аж пахнет, блядь. Я вот не знаю. Дай бульдогу выпить на халяву уксус. Бульдог, будешь уксус на халяву? Стаканчик ебануть, да? А, бульдог, уксус на халяву будешь? И вот, еще сейчас. Давай. А не тут про муху-то? Про муху-то больше расскажу. Короче, вот человек, когда человек умирает, я не знаю, кто же правда, не правда. Когда человек умирает, да, его хоронят, все, и это самое, ну, хоронят. И потом, как у него, тело вот так, оно остается в могиле, вот в могиле остается это тело, оно гниет, а душа, она в небеса поднимает. Все, ладно, выпей. И потому что, да, он, ребят, пожалел, что спросил у него. За грехи свои, в рай. Он здесь, на земле расплачивается. А потом, когда туда, там уже еще другие нахуй грехи. Молодец, выпей за это. И все, и он за это все расплачивает. Ребята, что, блядь, просите много рассказывать? А там, может, ой, падла, там, цыганами не там говорят, черти там на кастрюлях варят. Так, никто не разговаривал, там все остальное она. Ну это правда, не правда. Если это, как они могут это а сказать? Он, ни ученые, никто. Они этого не могут доказать и не могут сказать, спонтан, как это на самом деле или не на самом деле было. На самом деле. Ладно, выпей, блядь, бутылку ебал уже. Никто это, паха, этого никто не видел. Никто не сказал. Никто не знает. И как они могут сказать, что это. Правильно, выпей за это, батюшка. А здесь это сама. Бля, ребят, вот есть у нас. Шел третий час нахуй. Целый час этот бульдог рассказывал, как произошло. Успокойся, скажи, да? Иди выпей, скажи. Ты мне что задушить? Все. Статья нахуй. Бульдога задушила. Ты еще уголовный кодекс учил, да, там, походу? Выбей бульдог. Все, мы тебя поняли, короче. Да. Лучше анекдот расскажи. Вон, Иван, Нет, ты что, блядь? Закусывай. Я друг. Давай, вот расскажи лучше рыжему, как Иисус спускался. Как?
Давай. Глава от Евангелия. Бульдог, страница 6. Да. Он спускается с лестницы. Вот ему мозга еби. Он сперва его. Ты помнишь, это же, это в Библии написано. Вот как. А, ну как написано это? Я тоже не знаю. Да, на самом деле. Нет. Он идет, кроме его, пинает, бьет. И он с крестом вот этот каменным идет. И потом поднимается, короче, на гору. И с этим крестом они его бьют, он весь поток. Короче, этот крест ставит, и его на этом кресту колотит на. Все, эти евреи. Евреи, одни колотят, все. Потом какое-то время проходит, он, короче, все, свет в небе. Какое-то время. Свет в небе. Все, ну я нам не знаю, похоже, сколько там. Свет в небе. И потом получается, что, Доша, и все. Они все, они видят этот свет. И он, короче, вот так, они все они падают на колени. И это самое, и молиться начинают, ну, Иисус. А может ты скажешь, как он в море приходит? Море, я не знаю, я что знаю, то я тебе говорю. Море проходил. Кто, корабли? Нет, это. А ты перейдешь, о? Нет? Иисус. Новый табурет. Надо это, ты перейдешь. Табуретку привезти все-таки. Сергей нашел, в туалете что взяла? А там что он тебе, зачем стоит? Под воду. Вино. Вино? Под воду. Вино. А ведро? Или брага? Ведро. Или брага? Или брага? Там же это не смывается. Только с ведром смывается. Так ты где, ты с чего в туалет ходишь? Ты за неделю кусок хлеба съел, блядь. Ты с чего ходишь тратить-то, блядь? Я не хожу. Ну, блядь, вот. Кусок. У меня такая. Я только хожу. Может, такой маленький кастрюльчик готовлю. Такая не канает. Вовка же дома появился. Сразу подъем варит. Нихуя себе. А ничего не там. Поглядит. Бульдог, а ты что ешь? Я говорю, бам, мне нужно позавтракать. Организм уже пошел в ход. Я не буду первым. Завтра. Пока он свое. Потом дальше. Ты пока анекдот вспомни про муху-то. Помнишь, а, да ты уж сколько можно? Один раз. Одно и то же, одно и то же. А ты про Иисуса, блядь? А, во, я тебе сейчас расскажу анекдот. Короче, идет мужик.